Как заработать 100 годовых? Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Супер ролик. Это реально, конечно, мощно. Заработать 100 годовых, это реально мощно. Начинаем, конечно же, с нуля. Есть такие депозиты, облигации. Я думаю, вы все про это знаете. Если не знаете, то вам необходимо это знать для начала. Так будет легче. Дальше у нас идут криптовалюты, где вы покупаете, похоже, на акцию. Кстати, еще есть и NFT, тоже сейчас тренд. И разные штуки есть еще, где можно раньше разное инвестирование. Ну, давайте поговорим теперь про криптовалюту. Это как и акция, но более-менее отвязанная от компании, но подходит к интернет-компаниям. А акции там Apple, компания, которая производит телефоны и разные штуки, Facebook и т.п. Поэтому акция — это самое главное для начала, потому что вырастите или упадете. А криптовалюта — это что-то новое. Но сейчас как кризис, я думаю, сейчас нужно перейти на акцию, потому что они реально сейчас взлетели. Если бы я, блин, не продал, блин, акцию, то я немножко бы заработал больше. Поэтому акции сейчас крутые, как никогда. Потом криптовалюта будет крутая, как по мне. Сейчас, конечно, акция выросла, но если упала акция, покупайте сразу, потому что она вырастет, по-любому. Наверное, да. Но после кризиса явно криптовалюта становится лучше, чем акция. Если кризис прошел, то криптовалюта дальше. А вот NFT сейчас тренд. Ну да, там не так-то много людей, но собирают людей, чтобы они покупали эти NFT. Я тоже хочу попробовать такую штуку и узнать. Знаю, что магазин свой NFT имеет миллиарды, миллионы картинок. И немножко зарабатывают на этом. Сколько месяцев, я еще не знаю, но говорят, достаточно хорошо. Достаточно мало, достаточно стандартно. Ну, большинство говорят, все хорошо, больше, больше, больше. Поэтому я пробую себя в NFT. Вот. И жаль, что акции я не успел продать сейчас, когда кризис, когда записываю ролик. Но криптовалюта помогает мне инвестировать сейчас. Она падает, растет, слишком упала после военной операции России, которая сейчас создала кризис, начала это. Потом начинают все возмущаться и начинают свои акции, санкции на Россию и всякое т.д.т.п. Началось. Кто первый начал, то получает, это значит, что экономика этой страны и во всем мире связана с Россией немножко так. Но насчет Китая, Индии и арабов, арабы понятно, думаю, Индия понятно, а вот Китай самое интересное. У них есть своя цивилизация, и они могут сами строить свою экономику. У них есть своя экономика. Вот и все. Поэтому в Китае классно ехать, путешествовать, участвовать, путешествовать. Покупайте акции криптовалюты. Депозиты, кстати, можно в криптовалютах удержать. То есть выгодно держать депозиты. Если вырастет криптовалюта, вы продадите. Если вы купили криптовалюту пониже и поставили депозит, и ждете там на автомат там каждый день. 2% у меня сейчас начисляется за крипту. Любую крипту. Вот так как-то. И бизнес типа того будет какой-то. Если хотите дальше создать бизнес, то создавайте, покупайте гектары земли и задавайте их там, продавайте овощи, фрукты офигенно дорогие, хорошие, бесконечно будет, скорее всего. Ну да, пока химики, физики не придумают искусственную еду, за копейки платим, теперь уже гектар не будет классным, покупка ее, если сдают люди какие-то новые штучки. Но пока можно окупить землю у нас в стране за 6 лет, как я понял, 7-8.
Перебор, конечно. А вот квартира 11 лет, 10, 12 лет. Такая вот цена. Всей своей жизни. Ну, получается, своей жизни, блин, теряешь за бизнес. Но зато какие-то копейки получишь. И не просто будут хранить тебе и все. А дальше зарабатывай в интернете, путешествуй, свой канал, YouTube, рассказывай, как я сейчас. Поэтому всем удачи, всем пока, лайк, подписка.